там снимаешь, типа будет видео без звука. Я тоже сниму в психологии, я так туда не настраиваться. Дождей же почти не было. Ну да. Мы решили начать снимать влоги. Так, мы хотели переехать в Одессу. Были деньги, было все, были возможности, но у нас не получилось по одному прекрасному, по одной прекрасной причине. В этот период в Одессе очень много кидалово, и все просто тупо кидают на бабки. Либо на предоплату, либо когда ты уже прям приезжаешь в Одессу и знакомишься с хозяевами. Они оказываются не хозяевами, а людьми, которые просто снимают квартиру на трое, там, четверо, пятеро суток, набирают компанию людей, подделывают документы, планировку, все вот это вот подделывают и благополучно наебывают тебя на бабки и за неделю зарабатывают такие люди очень крупные суммы. Ну, вот поэтому мы, у нас и не получилось. Вот очень удобная штука для мамочек. Да, кенгуру называется. Кенгуру? Да. А, не, не кенгуру. Хипсит. А, хипсит, бэйби хипсит. Хипсит. Да, такая штучка. Очень вот удобная, но одеваешь. Ее можно использовать только с того возраста, когда ребенок начинает садиться сам. Сидеть уверенно, точнее. Да, вот этот ребенок, который уверенно уже вот додумался сам встать в колясочке. Вот, уверенно садиться, и тогда себе только можно. Вот это вот все набито это, поролоном. А нет, это пенопласт. Пенопластом. Покажи давай, как это все происходит. Так вот берете ребеночка, садите его сюда. И очень удобно, все. И все, и пошли. Все, вы досмотрели это видео. До скорых встреч. Да, можете подписаться на этот канал. Да. Алина Кисленко, да? Все, пока-пока. Нет, пока-пока.